Сегодня мы с вами будем рисовать вот такую вот круглую картину. У меня специальный планшет для заливки. Вот, цвета у меня уже все замешаны. Значит, это у нас вот немножко остался с предыдущей картины цвет охра, умбражённая, черная и белую краску я вот домешала целый стакан, получается. У меня будет 4 цвета. Вот, ни силикона, никакие добавки я сейчас использовать не буду. Их оставляю в сторону. У меня еще на вот этой, на белом планшете есть защитная пленка. Ее очень тяжело заметить. Вот, но тем не менее она есть. И после того, как мы ее снимаем, как видите, тут еще более такой белый и более глянцевый планшет. Вот, будем заливать поэтому сразу на него. Техника у меня сейчас будет похожа на грязный стакан, но я буду лить, буду сливать все цвета в один стаканчик и потом лить в разные точки. Немножко отставим наш планшет, чтобы его не испачкать. Вот, и приступаем к заливке. Помним, что у нас должен присутствовать, ну, как бы белый цвет. Вот, и я не лью полный стакан, иначе мне будет тяжело сделать ему носик, из которого я буду лить. Я готов. Возвращаем планшет на место. Делаем носик и льем в одну точку. Вот, и еще, наверное, второй такой же залью. Вот, и далее начинаем раскатывать краску по планшету. Я это плавненько делаю. Когда у меня краска доходит почти до края, я начинаю разворачивать планшет. Она у меня текла в другом. Вот такая вот имитация среза камня у меня получилась. Сейчас я немножко, возможно, где-то ее подсолью еще.
Все, в целом я довольна, поэтому оставляю работу вот так. Долью сюда вот на чай белый цвет, который у нас не совсем наступает. Может еще вот сюда капельку. Получилось кофейная жёлудь.